Всем привет! Сегодня снимаю для вас распаковочку от мыла Опт, моего любимого магазинчика. Значит, заказала я 6 позиций, сейчас буду их показывать. Первая позиция — это форма силиконовая Тедди в шапке 3D Люкс. Она запакованная вот так вот. Можете видеть, вот она, инструкция есть. Сейчас я ее распакую. Разорву. Так, смотрим. Внутри у нас есть резиночки для того, чтобы крепить форму. Так, вот она такая внутри. Форма целая, новая. С разрезами удобными. Абсолютно без запаха. Так, откладываем. Потом у нас бечевка натуральная, 100 метров я заказала. Она намного дешевле выходит, чем заказывать по маленьким частям. Вот мне ее в пакетик спаковали, вот таким она мальчиком идет. Так, есть. Потом мыльница, подставка прямоугольная. Я заказала 10 штук. Она идет в ассортименте. В пакетике тоже она у меня была. Разных цветов ребята мне бросили. Ну, можно показать хотя бы одну вот так вот наглядно. Она идет с подставочкой. Я все пересмотрела, все они чистые. Без трещин, без сколов, без царапин. Вот. Хороший вид, они очень удобные, вообще недорогие. Потом кокосовая гранулированная крупа Био пришла мне. Вот такая вот она идет. 20 грамм. Она похожа на кокосовую стружку, только чуть мельче. Запакованная. Это я ее немножко, когда открывала, вот пакетик потянула. Так, потом форма пластиковая круг мне пришла. Так, вот она. Можете видеть, вот такая вот она. Тоже целая. Я не знаю, большой это или малый, но мне этого в размерах вполне хватит. Для картинок водорастворимых и так далее. Вот. И основа Easy Lotion Base для лица и тела английская. Вот можете видеть, вот она. Литровую целую я заказала. Она идет в большом таком литровом, я не знаю, контейнере, как правильно. Вот. Консистенция у нее хорошая, нормальная. Я немножко переживала, но пришло все как нужно. Запакованная, с контролем первого вскрытия. Цвет хороший, запах такой, как нужен в лосьоне. Так что скидка у меня получилась до около 100 гривен вообще. И за доставку я не платила. Так что, ну, все как обычно, на высоте. Спасибо, ребята, всем пока.